Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем с тобой наградочки. Собрать 250 тысяч еды. Так, участие принять в ПВПшке. Все это понятно. Так, насчет еды, давай посмотрим, где у нас тут. Так, соберем монетки заодно. Блин, я все время теряю эту штуку, где мы с тобой заказываем еду. Вот она, да? Не хватает пока еще. Ладно, это не суть, друзья мои. Самое главное, что мы сейчас будем с тобой проходить, защитить свою территорию. Насчет эволюционной борьбы я не уверен, а вот дрожь земли, это точно будем играть. Так, здесь у нас что получается? Ух ты! Слушай-ка, ну-ка давай-ка попробуем. Вначале нужно посмотреть. Тропиогоптер, скафагнат и тиранодон. И, как всегда, тут, блин, все летающие. И вот что мне против них делать? Вот скажи мне на милость. Вот как мне с ними драться? 24 уровень, 34 и 33. Ой, тропиогоптер. Если бы ты у меня был прокачанный хотя бы до 30 уровня, можно было бы тебя взять. Хотя, знаешь что, мы, наверное, сделаем с тобой немножко по-другому. Возьмем так. Нет, нет, нет. Сделаем немножко по-другому. Возьмем с тобой эрликозавра. Эдиоморфодона возьму я, наверное. И вот теперь тропиогоптера. Давай попробуем. Посмотрим, что у нас получится из этого. Ага, 249 к атаке он имеет. 249 к атаке. Ну что, я думаю, наверное, надо брать бонусы. Посмотрим, как нам это аукнется. Так, он ничего не стал делать, абсолютно. Абсолютно ничего не стал делать. Ну-ка, если я поменяю. Ой-ой-ой-ой-ой, 497 к атаке. Это плохо. Это же он сейчас 4 очка. Да. Так, он меня решил проверить, да? Он меня решил проверить. Эрликозавр, выходи. Раз. И вот так вот. Так, 5. Ну, тут, скорее всего, он пробьет меня. Пробил. Ну что, друзья мои, давайте пробовать теперь его валить. Он же все слил по очкам, все, поэтому давай. 1300 хп у него, да? Ну что, проверим? Иди отсюда. Так, ну что, сейчас у нас выйдет скафагнат. У него тоже 490 к атаке идет. И он может нас вырубить. Нет, не вырубит. А вот мы сейчас его уничтожим. Так, сколько у нас идет у этого? 373 по атаке, окей. Так, ну что, 1500. Я думаю, что этого будет более чем достаточно, да? Он же ведь все слил. Все. Иди отсюда, пташечка. Ну что, птеранодон прилетел. Сколько будет тратить? 3. Ну все, ему крышка, друзья. Мы будем заряжать по полной программе все 6 очков действий. Поехали. Да нет, нет, это тебе не поможет, парень. Красиво, ничего не скажешь. Ну что, первую победу мы с тобой держали. Но это только начало, потому что нам нужно еще 3. А, 2 победы. Смотрим. Шунозавр, эрликозавр и тиранозавр. Ну зашибись. Так, когда ты у меня откачешься, а, парень? Еще долго ждать. А ну что, есть предложение у меня. Против шунозавра и эрликозавра мы можем взять с тобой, например, 1-2. А вот против тиранозавра
Ну ведь не нундазуха же нам брать. Давай, наверное, этого все-таки возьмем. Вот таким вот образом, поехали. Так, 256 к атаке, а у нас 566. Ну что, я предлагаю сразу звездануть хорошечно. На тебе. И смотрим, наверняка будет меняться на тираннозавра. Так, точно, меняется. Ну что же, а мы будем с тобой меняться тогда вот на этого. И возьму-ка я, наверное, бонусные очки. Так, ну что, он меняется. Наверняка 100% будет меняться. Вот только на кого? На эрликозавра. Так, мы, в принципе, можем с тобой этого эрликозавра, наверное, порвать, если захотеть. Ну-ка, давай я его так попробую. И все слить, да? Глупо, наверное, будет, но я попробую. Нет, не глупо, отлично просто. Просто отлично все получается. Так, ну что, тираннозавр, сколько у тебя там очков действий? 4. Тебе нужно слить 2 из них. И 2 у тебя остается. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет бомбить наш. 344, маловато. Меняем. Меняем и, наверное, атакуем. Упс. Ладно. Терпимо, ребята, это все терпимо. 4 атаки, нифига. Вырубил. Ребята, он вырубил меня. Так, раз, два, три. И сделаем защиту. Ну что, тираннозавр, выкуси. Так, ну что, а вот и шунозавр пожаловал. Он меня не пробьет. Он, друзья, не пробьет меня. Я, наверное, рискну. Попробуем. Накумарили мы их. Так, ну что, друзья мои, это был второй поединок. Нам еще нужен третий, последний, заключительный. С кем предстоит нам драться? Крутозавр, Унайзавр и Престозух. Ёк-макарёк. Ну, против Крутозавра и Престозуха мы можем сыграть вот этими. А вот против Унайзавра нам кого взять? Хорошо бы было вот этого бы взять. Ну, или вот этого хотя бы, да? Так, слишком дорого не стоит. Давай, наверное, возьму я вот этого. Рискуем. Рискуем очень сильно, друзья. Опачки. А крутозаврика-то можно неплохо сейчас поджарить. Я возьму бонус. Он будет меняться 100% на вот этого олуха. Как пить дать будет меняться. 651 к атаке. Это серьезная, ребят, заявочка. Ну что, посмотрим, сколько у нас берет. 548. Угу. Хорошо. Так и так сделаем. Сейчас испугается, будет меняться. Испугался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, пристазух ты. И он не стал бомбить. Слушай, ну это же круто. Это круто, что он не стал бомбить. Попробуем завалить его, а? Ребят, я думаю, стоит влить все. Ну-ка, а, отлично. А пристазуха как будто здесь и не бывало. Крутозавр. Ну, крутозавру сейчас, ребята, 4, да? Ему нужно будет слить всего лишь одно очко действий. Вот об этом я и говорил. То есть у него получается 3 в запасе. И вот куда он их потратил, я не знаю, ребята.
Но что-то мне подсказывает, вряд ли он все поставил в защиту. Проверяем. Отлично. Я, конечно, немножко сгорячился здесь. Но вот этот сейчас, конечно, нам звезданет. Слушай, ему нужно будет 2 сливать. 7 очков действий, ты серьезно? О, друзья, друзья. Мне делать нечего. Неужели? Да, ему крышка, ребята. Лопух. Чудесно, чудесно нам с вами повезло, ребята. Фью. Так, ну что, я хочу получить свои награды. Пожалуйста, дайте мне легу. Легу, 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 дайте мне легу, легу. И это... Ах ты, плезиозавр. Ну, ладно, ребята. Ладно. Я не возражаю. Плезиозавр тоже хороший, тем более это лего все-таки. Так, у нас с тобой еще любые животные гибриды. И сразиться за главный приз Дрожь Земли. Так, а гибридов у меня, наверное, и не будет 3-ты. Верно? То есть у меня вот есть 3. Тут обязательно надо... Ну-ка, сейчас проверим. 1, 2 и 3. Ну? Твою налево. Нет, не хочу, ребят, даже пытаться. Пойдем-ка мы с тобой подеремся за главный приз. Жалко, что, конечно, элитные мои все отдыхают, но можно пока начать и без них. Ну, начнем, наверное, вот отсюда, да? Нет, вот отсюда. Нет. Вот отсюда начнем. Возьмем Рамфоринха. Возьмем Раджазавра. И возьмем Стегозавра. Поехали. Хочу просто глянуть. Кто у нас тут выпадет сейчас? Ну давай, давай, давай. Да, отлично, ребята. Гуанлунь, Аланка и опять же Гуанлунь. Отлично, великолепно просто. Ну что, сразу бомбим? Ой. Сори, не туда нажал, ребят. Но я думаю, ничего страшного, да, не будет. Ну что ты там пыхтишь? Ходи давай. Мой ход, конечно, мой ход. 1, 2, 3. Ах ты, жук, мне несчастный. Взял все-таки, да, одну защитку. Ну, хорошо, хорошо. Не, он ничего не сделает. Друзья мои, 16 урона против моих 156 хп. Ему ничего не светит. Меняет на ланку. И смысл? Смысл в том, что он, ребята, хочет просто отдуплиться. Вот и все. И он это получит. На-ка, парень, отдыхай. Ну-ка, Гуанлунь. Что ты будешь делать? Все сливать в атаку? Ну-ка, давай. Сливай, сливай в атаку, все. Нет, не стал ничего он сливать, друзья мои. Так что сделаем вот так вот. Ах ты, жук несчастный. Хотя у него мало здоровья было, поэтому мы его ушлепали. Следующий хламон. Но если ты все сольешь, возможно, может быть, ты каким-то чудом меня и победишь. Но это все слить тебе придется. Он этого не стал делать. Тогда это сделаю я. С превеликим удовольствием. Прекрасно, друзья мои. Просто прекрасно. Рамфоринг один вынес абсолютно всех. Даже меняться не пришлось. Поэтому продвигаемся с тобой по лиге. Сразу на выжившие, 47-я позиция. Так, и колесо удачи у нас выжившие. Крутим. Ну, ну понятно, понятно. Как всегда. Мне ничего большего не дадут. Так, ну что, мы с тобой сразу на лигу новую перескочили, поэтому здесь уже будет противничек посерьезнее, чем был до этого. И надо нам подготовиться. Так, возьму, наверное, вот Капразуха, Гиганатозавра и Насута Цератоса. Уж не знаю, что нам тут сейчас подкинут. Лишь бы не было летунов.
твою налево. У него, ребят, гибрид есть. У него есть гибрид. Плохо. Это очень, ребята, плохо. Я еще и взял капразуха первого уровня. Я что, не мог что-нибудь посерьезнее взять? Ну-ка, давай посмотрим, сколько ты. Ну, в принципе, терпимо. Я так сделаю. Так, он, наверное, сейчас будет на Димитрадона менять, скорее всего. И вот Димитрадон меня... Нет, мы выживем. Так, ну что, Димитрадона надо выносить. У него 274 здоровья. Так что... Он же все слил на атаку. По-моему, все. 274 хп. То есть нам нужно слить абсолютно все. На тебе, засранец. Так, микропозавр. У него 93 урона. Ему придется слить все очки, чтобы меня бомбануть. И он это делает, ребята, с превеликим, блин, удовольствием. Засранец, он это делает. О, нет, 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 нет. Так дело не пойдет, ребят. А этот вряд ли справится, да? 58, 58, это будет... В общем, тут я сфейлился, ребят. К сожалению. Тут у меня не получится никак его ушатать. Тем более... Пеликани... Пеликани... Птерикса, ё-моё. Ну, ты сам смотри. Там мне нужно 28 атаки сделать. Раз, два, три. И вот так. О, все. Пиши пропало, друзья мои, пиши пропало. Ну, я просто не знал, что здесь уже настолько уже гибриды будут. Ладно. Хотят по-плохому, будет им по-плохому. Не хотел я вывозить своих супер тяжеловесов. Ну, раз игра поступает вот так вот, мы тогда будем так же поступать. Так, ну что, возьмем. Ойнозавра, подожди, Птернодона возьмем. Ойнозавра возьмем. И Капразуха. Давай. Посмотрим, что он на это ответит. Каких он нам щеглов подберет нам. Твою налево, вы... Чё за фигня, я не понял, блин. Это чё такое? Это трэш, ребята, называется. Это называется трэш. Чё, он две атаки нанесет, вырубит мне этого, да? Блин, гибриды. Я пришел просто на одну ареночку выше, и уже гибриды здесь. Что вы прикажете делать, а, ребят? Что, сразу с козырей, что ли, хотите? Сразу брать топовых этих бойцов? Я не знаю, что еще тут можно сделать. Просто я не знаю, что здесь можно сделать. Мне не пробить его 57 к атаке, извини меня, против его 1143 здоровья. Никак. Вообще ничего не поможет. Ладно, пускай заваливает, фиг с ним. Обидно, что, конечно, слив у нас произошел. Довольно неплохих динозавров. Здесь, ну что, ты вот представляешь, 79 атаки. Сколько мне нужно нанести ему урона, чтобы его бомбануть? Да даже вот этого всего не хватит. Ну, может быть, даже если и хватит, то следующий-то меня порвет. Он, видишь, явился. 270 у него атаки. То есть ему достаточно 2,
2 очка 9. А он все сливает. Ну, понятно, что он сливает все. Что ему здесь, солить эти очки, что ли, теперь, да? Да. Хорошо. Раз. Два. Три. Давай посмотрим так. Что они будут сейчас предпринимать здесь. Отлично. Отлично. Так, ну здесь-то, наверное, мы справимся. Погнали. Этого сразу в топку. Астафрикозавр, да, сейчас будет? Окей. Ну что он там со своими двумя атаками сделает? Я не знаю, ребят. Посмотрим. Одну атаку делает. Одну атаку делает. Так, ну а мы с тобой сделаем вот так вот. Ну что вы там, танцуйте друг с другом. Будет кто-нибудь что-то делать или нет? Он ничего не стал делать. Ну, значит, тебе крышка, парень. Раз, два, три. Раз, два. Погнали. Это тебе не поможет. Так, вырубили. Следующий. Тиранодончик. Окей. Ну, завалишь. Возможно, ты мне тиранозавра, да? Есть такой шанс, но ему придется все слить. А мы уже с тобой повеселимся. Странно, он как-то делает. Очень странно, непонятно. Надеюсь, ты понимаешь, что тебе крышка, тиранодончик. Все, прижучили. Ну это, ребята, я пошел с козырей. Вот в следующий поединок я даже не знаю, кого мне ставить. Потому что мы здесь потратили мы еще с тобой на состязание там. Ну-ка, перейдем. А мы с тобой уже в охотниках. Вот так вот. Неплохо, я считаю, да? Сиганули. И выпадает нам эть. Ну, конечно же. Конечно, фигня нам всякая выпадает. Раз, два. Три. Давай смотреть, смогу ли я еще сыграть вот этими вот ребятулями поединочек, или же нет. О, все. Все, ребят, я умываю руки. Я умываю руки. Диплотатор. Нет, ну в принципе, если вот так вот сделать, то еще можно повоевать. Менять смысла нету, да? Нет, конечно. Две атаки? А, одну. Ну, одну, ладно, хорошо. Так, 3 очка 10, да, у меня там будет. Сделаем вот так с тобой. Ну и чего ты там? Ха-ха-ха-ха. Допустим. Можно было бы, конечно, три атаки ему нанести, но... Сколько у нас тут? У нас никто тут хорошего ничего не делает. Давай так сделаем. Угу. Ну что, ребята, пытаемся, наверное, да, или как? Погнали, короче. Риск. Вау. Риск оправдался, друзья. Риск полностью оправдался. Так, кто это такой? Стигимолах. У него 270 атаки. 6 очков действий. Так, 2 тратит. 2 тратит, остаются 4.
Остается 4, да? Так и есть. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас. Окей, окей, окей. 4 он, да? Себе оставил. Давай сделаю вот так вот. Упс. Упс, ребят, ну если он сейчас все сольет, то это будет хорошо. Так, у него 7, он все сливает. Вырубает, конечно же, тут не устоять. Раз. Два. Не знаю, сколько мы будем наносить этому повреждения. Ну, давай посмотрим. У него сейчас сколько будет? 4 очка 10, да? ...174 к урону. Все. Все, ребята. Ему крышка. Ведь крышка же. Раз, два, три. Да, ему крышка. Лабиринтозавр отдупляется. Ну что же, неплохо, неплохо получилось у нас. Я доволен. Но дальше нам с тобой ничего не сделать. Опа, мы уже в хищниках. Ну ничего себе, мы бустанулись. Ху-ху. Эть. Да ладно, и $100 пролетело. И вот эта штука смелодона. Что за смелодона, а? Это типа... типа саблезубого тигра. Что-то такое, ребят. Ну, больше мне здесь ничего не сделать, потому что, ну, все динозавры, друзья мои, на откат. Так, астафрикозавр, кстати, нужно прокачать. Вот что я тебе хочу сказать. До 20 уровня. Он у меня всего лишь 11 уровень имеет. Кстати, здесь-то у нас... Ну-ка, посмотреть. Ты серьезно? Ты серьезно? Вот это вот... Нищебродскую свою эволюцию так сделал мне. Спасибо. Ничего не скажешь. Кстати, у нас же с тобой ежедневки есть. Мы же их не сделали. Так, ускорение. С едой-то никак, ребят, нам не сделать. С едой. Как мы ее заберем с тобой? Она не успеет накопиться. К сожалению. К сожалению, да? Так, что ты там лыбишься? Сколько там еще нужно? Блин, я офигею, сколько нам нужно динозавров еще перевести? Денежки, монетушки. Да что ты делаешь? Я не то хотел, блин. Вот здесь вот. Так, открыть два набора карточек, использовать ускорение. Но это я, наверное, завтра доделаю. Сегодня, пожалуй, мы с тобой моды глянем за еду. Редкие, ну-ка. Опа. Набор редких модов, неплохо. Еще и 30 очков доверий. Замечательно. Так, и открыть набор карточек. А вот где я их, если здесь время еще... А, 16 минут ждать. Ну, допустим. Легендарные близнецы. Это что ж такие за близнецы-то? Вот сумчатый лев. Глиптодон. Это, оказывается, легендарная карта. Эндрюсарх. Дипротодон. Фороракас. Ну да, мы этого-то с тобой так и не соединили, по-моему. Ленивцы, или соединили, я уже и не помню, если честно. Соединяли мы или нет. А, кстати, можно глянуть. По-моему, мы его объединили. Нет, нет, ребят, мы его не объединяли. И эволюцию, к сожалению, я не могу начать, потому что у меня не хватает денег. Именно долларов не хватает.
Да, на этом поединке, друзья мои, я очень сильно... Так, кстати, мы можем же с тобой... Я же получил легендарного. Надо его на активацию поставить. Так, новинка. Или... А, вот он, да? Вот он. Твою налево, блин, мне даже не хватает здесь поставить выводиться, а? Специально, что ли, все так сделано? Ну да, тут забито все, ребят. Ну что, тогда я, наверное, буду закругляться. Мы завтра, наверное, продолжим с тобой, да? Попробуем здесь немножко повоевать, а возможно и здесь. Как пойдет. Ну тут микро-супер-ДНК, я не знаю. Дальше-то будет интереснее. Да, все равно сейчас мы ничего уже сделать не сможем. У меня не хватит ни динозавров, ничего нету. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.